А ты не хотела идти дальше? Охренел. Ой, чувака! Иди! Включи время, пожалуйста, я буду на голову. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие любители футбола. Компания в Спорте.ру совместно с Северной лигой ЛФЛ приглашает вас на стадион на Флотской улице, где уже стартовал матч 8-го тура дивизиона 2А, в котором сойдутся футбольные клубы Carte Blanche и APC. APC – бессменный лидер первенства. Штампуют электроники победы за победой. И вот на данный момент команда после 7 проведенных встреч имеет в своем активе 21 набранное очко. Естественно, команда Александра Заячкина лидирует в дивизионе. И сегодняшним соперником APC является футбольный клуб Carte Blanche. В прошлом году коллектив Валентина Журова добился повышения в второй дивизион. Нынешнее первенство является вторым для команды в нынешнем статусе. На данный момент дела у бело-черных идут не самым лучшим образом. Безусловно, в этом матче фаворитом будут номинальные гости. И с первых же минут, с первых же мгновений встречи красно-черные принялись это доказывать. Сразу же несколько неплохих атак провели они на ворота Дениса Просянникова. Что ж, с первым действующим лицом мы уже сегодня познакомились, с голкипером Carte Blanche. Ну, давайте быстренько представлю я вам и полностью стартовый состав играющих команд. Итак, футбольный клуб Carte Blanche, Денис Просянников защищает ворота бело-черных. Всего две с небольшим минуты Carte Blanche сумел сохранить свои ворота вне прикосновенности. И счет в матче уже открыт. Случилось это на третьей минуте встречи. Глеб Волков потрясающим выстрелом распечатал владение Просянникова. Не успел я вам даже стартовый состав команды огласить. Итак, быстренько по игрокам. Вячеслав Соловьев, номер 32 в центре обороны. Александр Мальцев, 14 справа. Илья Гнездилов, 21 слева. Антон Афонин в центре поля. Игорь Андроненков справа в полузащите. Александр Шатов слева. И на острие Иван Чекан. Футбольный клуб APC, как всегда, в боевом составе и огромным ростером. Александр Лебединский защищает ворота красно-черных. Михаил Лобанов, 14 номер в центре обороны. Гагик Петросян, 18 слева. Глеб Волков, 13 справа. Сдвоенный центр. Вахтанг Меперишвили и Дмитрий Рыбкин, 27 и 10 номера соответственно. Сергей Трушляков под 17 номером действует на позиции плеймейкера. И Василий Милентьев, 15 на острие. Первый гол в матче не заставил себя долго ждать. Что-то мне подсказывает, что это окажется не единственным взятием ворота в сегодняшнем противостоянии. Еще один момент возникает у ворот Просянникова. На этот раз голкипер свою команду выручил, сумел зафиксировать достаточно неприятный удар. И теперь уже номинальные хозяева поля устремились в собственное наступление. Александр Шадов пробил со своей левой.
достаточно неплохо, но в створ ворот полузащитник не попал. Поговорили мы немного о том, что APC лидирует в дивизионе. Не сказали мы о еще одном факте. Здесь падение в штрафной и показывает главный арбитр встречи, что нужно подниматься нападающим. Ни о каком пенальти здесь речи быть не может. В общем, не дают мне команды продолжить мою мысль, не дают мне ее завершить. Суть в том, что футбольный клуб APC не единолично лидирует во втором дивизионе. На данный момент ровно столько же очков, сколько и у электроников на счету у футбольного клуба «Лайнбер». Эта команда также обходится у нас без потерь. Что касается карт-бланша, то команда расположилась на 15-й строчке. 8 набранных баллов после 7 проведенных встреч. Достаточно неутешительная статистика для подопечных Валентина Журова. Но вот пока выправить ситуацию бело-черным не удается. Да и к тому же в этом противостоянии все с самого начала пошло не так, как тренерский штаб наверняка планировал. Нужно, наверное, отметить еще тот факт, что хозяева, и без того не выглядевшие фаворитом, не сумели собрать полноценный состав на эту игру. Да, 8 игроков команда, что называется, наскребла, но, по сути, в момент стартового свистка больше игроков на стадион не прибыло. Да, возможно, кто-то еще успеет в течение 60 минут добраться до стадиона на Флотской улице, но пока все выглядит так, что придется карт-бланшу справляться теми силами, которые сейчас на поле. Естественно, против такой мастеровитой команды, как APC, это будет сделать крайне сложно, особенно учитывая, что на первых же минутах счет в матче был открыт, но в любом случае все прекрасно понимали и до начала поединка, что несомненным фаворитом этого противостояния будет APC, и потеря очков, если она случится, будет расценена как настоящая неудача. Пока все идет к тому, что красно-черные очередной победы в сезоне добьются. Безусловно, каких-то далеко идущих выводов мы не будем делать по прошествии 7 с небольшим минут. Но, по сути, кроме удара Александра Шадова, вспомнить нам вряд ли что-то удастся. В то время как Просянников уже не раз и не два в игру вступал. Трушляков бьет в ближний угол. Голкипер отражает этот выстрел, мяч улетает за пределы поля. Ну и еще один такой статистический штрих, который нужно отметить. Команды между собой еще никогда не встречались. В принципе, это и не удивительно. Команде APC всего чуть больше года. В первом же своем сезоне подопечные Александра Заячкина выиграли третий дивизион. И вот пока карбланш в новом для себя статусе осваивался во второй лиге, APC штамповал победы как раз-таки в лиге рангом чуть-чуть пониже. Ну, а вот в этом году жребий свел команды в одну подгруппу. Оценивая прошлый сезон, представитель карбланша Валентин Журов оценивал как раз таки эти итоги как удовлетворительные. Цель на сезон была выполнена, команда попала в десятку. И отмечал Журов также, что на этот же сезон, вот на сезон следующего года, будет поставлена точно такая же цель. Пока после 7 туров карбланш ее не выполняет, но в любом случае еще достаточно много времени, чтобы эту самую ситуацию исправить. Безусловно, место в стыковом турнире за право
сохранение прописки во втором дивизионе это совершенно не то, на что могли рассчитывать подопечные Валентина Журова. У EPC, естественно, может быть только одна цель — победа в дивизионе. На данный момент они к ней уверенно идут, а тут Карбланш отвечает неплохой атакой. Афонин уже лежа на газоне попытался пробить поворотом Александра Лебединского. Пробить-то удалось, вот только никаких трудностей это голкиперу не принесло. Было здесь нарушение правил, безусловно. Главный арбитр встречи все это прекрасно видел. Свисток арбитра не промолчал после того, как красно-черный мяч потеряли. И вот затем, поняв, что никакого преимущества от продолжения игры APC не получил, рефери встречу остановил. Милентьев. Бить, естественно, не стал. Сыграл с партнером. Рыбкин. Играет с ближним. Непаришвили. Сразу двое футболистов в белой форме сразу же накрыли Вахтанга Непаришвили. Но в любом случае мяч для своей команды он сохранил. Будет подача с угла поля. Опасный момент и 2-0. Ошибается на выходе Денис Просянников. А точная передача Вахтанга Непаришвили на голову Глебу Волкову становится голевой. 2-0. 2-0. И, впрочем, если говорить о крупных счетах, то тут для Карбланша все еще, можно сказать, недостаточно плохо. В нынешнем сезоне команда очень много пропускает и в то же самое время достаточно много забивает. 19 забитых и 23 пропущенных мяча на данный момент в активе и пассиве Карбланша. Так что, в принципе, можно еще с какой-то долей вероятности говорить о том, что интрига в матче еще будет жива. К тому же, в последний раз бело-черные проигрывали почти месяц назад. Случилось это 26 сентября, а тут один гол уже. Подопечные Валентина Журова отквитали. Антон Афонин классно воспользовался ассистом своего партнера и спустя всего минуту вернул прежнюю разницу в счете. 1-2 у нас на табло на стадионе на Флотской улице. И вот, будто в подтверждение моих слов, гол Карбланша состоялся. Ну и, в принципе, наверное, про EPC надо также сказать пару слов про их голевые свершения. Давайте до конца только за этой атакой понаблюдаем. Чекан бить не стал в одно касание, тем не менее мяч сохранил. Выстрел будет угловой. Будет угловой, а Афонин продолжает лежать на газоне. Досталось ему в единоборстве с защитником EPC как раз в том, когда мяч бело-черные перехватили. И именно благодаря этому отбору опасный момент и возник у ворот Александра Лебединского. Что ж, посмотрим мы за этим стандартом. Абсолютно неточная передача. Да, по замыслу было понятно, что хотел сделать Чекан, но получилась совершенно неточная передача. Еще один угловой. На этот раз от левой бровки. Выполнят подачу Илья Гнездилов. На этот раз ничего придумывать не стали, а просто заброс в штрафную. Мальцев бьет с дальней дистанции, но выстрел получился насколько сильным, настолько же и неточным. Мяч даже пределы стадиона покинул. Впрочем, паузы никакой не будет. APC уже собственным ударом от ворот игру начал. Милентьев играет налево. Тяжело тут было, конечно же, его партнеру за мяч зацепиться. Неудивительно, что произошла потеря. Вот этот вот забитый гол, который удался Антону Афонину, придал
карбланш уверенности. Вот смотрите, постоянные уже наскоки на штрафную Александра Лебединского проходят. И будь сейчас чуть более поудачливее Игорь Андроненков, вполне мог опасный момент возникнуть. И Стилов бить не стал в одно касание. И сыграл на Афонина. Еще один удар. Лебединский вновь вступает в игру. И будет еще один корнер. Да, действительно неплохо. Неплохо смотрится карбланш в последние 5 минут. Авторитет соперника над ними абсолютно не давлеет. Еще один угловой. Тут по стандартам, наверное, уже бело-черные... Белочерные абсолютно точно своего соперника переиграли. Мальцев. Слишком авантюрно пошел в обыгрыш. Неудивительно, что опытный соперник сумел заставить защитника ошибиться. Лобанов. Играет с Волковым. Снова Лобанов. Точная передача, ошибается Михаил Шадов, играет с Афонином. Посмотрим, сумеют ли бело-черные в этот раз придумать что-то в атаке. Гнездилов уже штрафной, но в подкате пытался мяч достать у самой лицевой бровки. И совсем чуть-чуть скорости не хватило левому защитнику номинальных хозяев поля. А APC, даже несмотря на то, что преимущество, я думаю, тут вы со мной согласитесь, перешло карбланшу, продолжает играть в свойственном себе стиле, продолжает играть в короткий пас в надежде на то, что все-таки сумеют они свой момент найти и его реализовать. Андроненков обыграл одного защитника, но слишком далеко мяч от себя отпустил. Вполне мог возникнуть очередной опасный момент, но Александр Лебединский здорово этот эпизод прочитал. Отличная передача направо. Волков вновь идет в чужую штрафную. Уже сегодня он отличался. Посмотрим, что сумеет он сделать в этот раз. А в этот раз сыграл с партнером. Дальний выстрел. И чуть выше ворот. Больше половины тайма у нас уже позади. Игра действительно получается классной. Честно признаюсь, ожидал я легкой и разгромной победы гостей сегодняшней встречи. Безусловно, и матч начался с подавляющего преимущества электроников, но затем карбланш сумел переломить. Хоть неудачно складывающаяся встреча, а здесь как-то легко слишком Вячеслав Соловьев позволил от себя уйти сопернику. Если я не ошибаюсь, это был Сергей Трушляков, и лишь отменные действия голкипера уберегли хозяев от третьего гола. Продолжает APC наседать на ворот соперника. Трушляков на финте уходит от Афонина, которому опять досталось по ногам. Ну, естественно, здесь никакого злого умысла не было. Марсельскую рулетку выполнял полузащитник APC. И вот как раз-таки, насколько я понимаю, в ходе выполнения этого трюка зацепил по ногам своего соперника. Ну и отдадим должное красно-черным. Мяч они выбили за боковую. А вот теперь элемент фейерплей. Футбольный снаряд снова под контролем у Вахтанга Мепиришвили и компании. Отличная комбинация, супер сейв Просянникова, мяч летел точно в девятку. Этот голкипер пополнил ряды команды у нас в текущее межсезонье, стал настоящим усилением для карбланша. Вратарская позиция долгое время была проблемным местом у бело-черных. То находили подопечный Валентина Журова классного вратаря, но тот по личным причинам всегда на игры приезжать не мог. То второй вратарь иной раз, что называется, привозил голы в свои ворота. И вот сейчас Денис Просянников выглядит очень
хорошим приобретением. Возможно, возможно, если бы Просянников не перешел бы в карбланш перед нынешним сезоном, то и результаты команды были бы еще хуже. Команда бы обитала в подвале турнирной таблицы. Не сделав. Вот мяч из боковой. Чекан скидывает мяч Андроненкову. Обыгрывает нападающий одного соперника. Стреляет в штрафную, но здесь APC отбился. Шликов обыгрывает одного. Издевательски просто. Заброс в штрафную. И Соловьев разряжает обстановку, выбивая мяч на угловой. Естественно, минимальный перевес никоим образом APC устраивать не может. Ох, и давлеют они на ворот соперника. И какой-то совсем уж курьезный гол случился. Скорее всего, рикошет вмешался в дело. Но в любом случае, отметим мы Вахтанга Меперишвили, забившего третий гол в ворота Просянникова на 20-й минуте. 3-1. И Карбланшу нужно начинать все с самого начала. Вновь разрыв в счете достигает двух мячей. И, возможно, на этот раз каких-то вольностей себе номинальные гости не позволят. Помятуя о том, как их соперник неплохо действовал в середине тайма. Возможно, если бы бело-черные сумели бы дотерпеть до перерыва, дотерпеть и сохранить минимальное отставание, то вторая половина встречи получилась бы крайне интересной с той точки зрения, что в этом сезоне достаточно редко APC, что называется, находится на грани. Да, были поединки, когда соперники электроников и вели в счете, но обычно это все случалось, что называется, в начале, в дебюте поединка, когда красно-черные еще не вошли в игру или несколько не настроились на своего оппонента. Но постепенно, вот так вот к середине встреч, раз за разом красно-черные давление соперника сводили на нет, а собственное постоянно увеличивали и увеличивали. Неудивительно, да, действительно, что APC на данный момент лидирует в чемпионате. 7 побед в 7 встречах. Действуют они действительно крайне интересно, как с точки зрения индивидуальных исполнителей, таких как Сергей Трушляков, Вахтанг Меперишвили, тот же Дмитрий Рыбкин, так и команда. Действительно видно, что коллектив постоянно тренируется. Видно, что команда живет собственной жизнью. И футболисты иной раз чувствуют себя, что называется, в своей тарелке. И, естественно, это выливается. Положительные результаты. Ну и, безусловно, мы все с нетерпением ждем противостояния APC и Лайнбера. Двух коллективов, еще очков не терявших. Но на самом деле интереснейшая встреча произойдет у нас даже завтра уже. Потому что в рамках Кубка Севера футбольный клуб APC сыграет с Энергомашем. А для тех, кто не знает, расскажу. Энергомаш в подгруппе 2Б является также лидером дивизиона. Находится на первой строчке турнирной таблицы этот коллектив. И мало того, что есть в названиях команд так называемые родственные связи. И тех, и других при желании можно назвать энергетиками, так еще и, по сути, между собой встретятся две самых лучших команды вторых дивизионов. Эта встреча у нас не будет, к сожалению, показана в прямом эфире, потому что пройдет она в 15:30 на стадионе в Бескудниково, а оттуда пока наша съемочная бригада, к сожалению, организовать трансляции не может. Просянников
сохраняет мяч в поле. Длинный перевод на чужую половину. Здесь Андроненков пытался навязать борьбу и оттеснить от мяча Михаила Лобанова. К сожалению, не получилось. И мяч под контролем у APC. Трушляков досталось ему несколько раз по ногам в этом единоборстве. Продолжается атака красно-черных. Еще один выстрел. И вновь на месте Поросянников. Голкипер сегодня действительно на высоте. Шадов играет с Гнезделовым на коротке. Это диагональная передача изначально не выглядела перспективной. Продолжает APC атаковать стремительно. На самом деле, возможно, электроники даже и рады тому, что Карт-Бланш старается действовать в открытый с ними футбол. Безусловно, когда команда окапывается в собственной штрафной, ставит так называемый автобус, вскрывать такую оборону, на самом деле, я думаю, вы все прекрасно это понимаете, в разы сложнее, чем в ходе вот таких стремительных атак, когда есть свободные зоны, связанные с тем, что соперник собственное наступление пытался организовать. Но в то же самое время, как мы все уже прекрасно видели, защита APC, в отличие от нападения, не выглядит такой уж высококлассной. Так, наверное, это назову. При всем уважении к тому же Михаилу Лобанову и Глебу Волкову, все-таки для лидера первенства 11, а уже 12 пропущенных мячей на старте сезона в первых 8 встречах, это достаточно много. По сути, полтора мяча за игру пропускают красно-черные. Хорошо, что забивают они еще больше. И именно это и позволяет коллективу находиться на верхней строчке турнирной таблицы. Еще один стандарт, на этот раз у ворот Карт-Бланша, прострельная передача. И вновь заканчивается дело лишь аут. Дальний выстрел. Это свои силы Иван Тетерин. Попробовал, испытал. К слову, вообще, 20-й номер APC является номинальным нападающим. И даже в начале сезона мы с вами видели его именно на острие атаки. Поэтому несколько я удивился сейчас, когда Тетерин появился на позиции в центре поля. Но, как мы видим, достаточно комфортно Тетерин себя чувствует и на позиции бокс-ту-бокс. Снова Тетерин с мячом. Убирает под право. Бить на этот раз не стал. Сыграл с партнером. Продолжается атака. Навес в штрафную. Слишком высоко, чтобы защитники не успели под эту передачу подстроиться. И в итоге все заканчивается вот таким вот неточным выстрелом. А постепенно время первого тайма у нас подходит к концу. Счет 3-1. APC достаточно уверенно переигрывает своего оппонента. Но в то же самое время интрига абсолютно точно не умерла. Не умерла. Карт-Бланш уже продемонстрировал по ходу сегодняшней встречи, как коллектив умеет, словно Феникс, вставать из пепла. А отрезок в середине тайма, который удался подопечным Валентина Журова, получился вообще образцово-показательным. Вот атака 4 в 3 может получиться. Афонин играет налево Андроненкову. Тот уже в штрафной. Бьет он с левой ноги, уже успели защитники его накрыть. Тем не менее, мяч остается у хозяев. А тут Мальцев завозился с мячом, и повезло, что от ноги соперника футбольный снаряд покинул
пределы поля. Вот и еще одна атака может получиться. Чекан грузит мяч в штрафную. Гнездилов будет первым на подборе. Афонин. Соловьев. Этот защитник может попробовать пробить с дальней дистанции, но вот сейчас ударить ему не удалось. Гнездилов. Остается мяч в игре. Подача почти точно на ногу Афонину. Вот только здесь уже оборонцы EPC сыграли крайне надежно и сумели мяч с ноги у плеймейкера Карбланша снять. Ну и последние мгновения у нас первой половины тем временем подходят к концу. Возможно, еще одну атаку главный арбитр встречи даст провести Карбланшу, а нет. Звучит свисток рефери, отправляются команды на перерыв. Что ж, отдохнем с вами и мы, а затем вернемся на газон стадиона на Флотской улице. Возвращаемся мы на поле стадиона на Флотской улице. Главный арбитр встречи уже дал свисток о возобновлении игры. После первого тайма поединка Карбланша и APC впереди номинальные гости этого противостояния. Электроники благодаря дублю Глеба Волкова и одному точному выстрелу Вахтанга Напиришвили лидируют в счете. Однажды у бело-черных отличился Антон Афонин. И знаете, вот я думаю, ни для кого не секрет, что на форуме Северной лиги ЛФЛ, особенно вот, что называется, в низах, очень часто любят активные формучане устраивать различные конкурсы прогнозистов. Так вот, последил я за прогнозами касательно этого поединка, и ни один из участников этого соревнования не поставил на то, что APC сегодня очки потеряют. Практически все в дивизионе уверены, что красно-черные добьются уверенной победы. Ну, естественно, все, кроме Карбланша. Безусловно, подопечные Валентина Журова надеются и верят в то, что сумеют они переломить ход неудачно складывающегося матча. Сумеют забить на данный момент два мяча. К тому же, в середине первой половины, я думаю, вы все это прекрасно помните, бело-черным удался отменный отрезок, в течение которого был забит один гол. Могли футболисты Карбланша забить еще как минимум дважды. Где-то классно сыграл Александр Лебединский, где-то банально не повезло бело-черным. Возможно, где-то и исполнительское мастерство подвело. Но в любом случае, вот как раз-таки этот промежуток времени и позволяет надеяться на то, что интрига в сегодняшнем матче не умрет до последних мгновений встречи. Потому что, наблюдая за вот такими матчами, как APC против К2, который состоялся у нас на прошлой неделе, напомню, что электроники добились сверх уверенной победы со счетом 8-2, безусловно, такие встречи нейтральным зрителям и нам, комментаторам, наблюдать не всегда интересно. Безусловно, поклонники красно-черных получили от той игры эстетическое удовольствие. Но я думаю, что и болельщики гостей, и сами футболисты всегда больше получают удовольствие от победы в такой равной, серьезной борьбе, чем вот таких, что называется, проходных трех очках. Афонин классно отборолся в обороне, выбил мяч из-под ноги у Дмитрия Рыбкина, рвущегося чужим владением. Но все-таки даже выйти из обороны в атаку не удалось бело-черным. Отличная передача, и счет становится 4-1. 4-1. Забивает гол Василий Милентьев. Но нужно, наверное, также отметить и передачу его партнера. Дмитрий Рыбкин классно увидел своего одноклубника в чужой штрафной и
одной передачей отрезал почти всю линию обороны бело-черных. А тут Рыбкин еще рвется чужим владением, раскидал за счет таких обманных движений корпусом сразу всех защитников. Будь счет менее разгромным, наверняка попытался бы Рыбкин пробить. А тут решил сыграть эстетски пяткой. Шляков. Крутит, вертит. На поступ штрафной. В итоге сыграл за счет защитника. Отличная атака. Вновь удается красно-черным. Но вот все, что обычно делается на тоненького, делается для красоты, очень часто может привести вот к таким потерям. К счастью для EPC эта ошибка не стала роковой, потому что мяч себе красно-черные вернули. И продолжают они наседать на ворота Просянникова. Да, не удаются стартовые отрезки двух таймов. Карт-бланшу. На третьей минуте первой половины отличился Глеб Волков. На четвертой минуте второго тайма Василий Милентьев. И, по сути, эти два гола очень сильное влияние на ход встречи оказывают. Согласитесь, счет 1-3 и 1-4 это большая разница, особенно против такого соперника, которого в рамках второй лиги вполне можно назвать эдаким топ-клубом или монстром. Неточная передача. Глеб Волков ошибается. Чекан завозился с мячом, но на его счастье и на счастье его партнеров его в спину подтолкнули. А потому только арбитром встречу остановил. Соловьев. Точная передача на Афонина. Точная с той точки зрения, что мяч направлялся именно 88-му номеру, но тут защитники красно-черных были надежны и не позволили креативному полузащитнику беспрепятственно мяч принять. Петросян обыгрывает Чекана. Передача направо. Не совсем точная, но Глеб Волков успел до футбольного снаряда добраться. А Рыбкин. Лобанов. И Паришвили. И ошибается Вахтанг. Но вот опять-таки, о чем я вам и говорил, гол, пропущенный на первых мгновениях второго тайма, имеет существенное влияние. Бело-черные словно еще больше начали нервничать. И вот иной раз такие атаки разыгрывались карт-бланшем, что называется, как по нотам. А сейчас некоторые перехваты, по сути, бездумно отдаются сопернику. Тем не менее, угловой зарабатывают бело-черные. Подача. Ну, а здесь абсолютно никого не было из футболистов в белой форме. Неудивительно, что до удара дело не дошло. Шляков. Очередной раз досталось по ногам 17-му номеру, но он, несмотря ни на что, рвется к чужим воротам. И здесь грубейший подкат от Александра Мальцева. И первый горчичник сегодняшней встречи появляется в руках у главного арбитра встречи. И удостоился этой желтой карточки футболист Карбланш. Тем не менее, атака не закончена. С этой точки практически любой из игроков EPC может прекрасно пробить по статичному мячу. Конечно, это и сам Трушляков, но, возможно, какие-то болезненные ощущения испытывает еще Сергей, поэтому мяч оставил партнера. Это и Вахтанг Мепиришвили, забивший совсем недавно чудо-гол. Ну и вот такой отменный выстрел удается Михаилу Лобанову. Просянников вновь в игру вступает и угроза отводит. Рыбкин классно здесь на перехвате сыграл Гнездилов. Контратака 3 в 2. И вот о чем я вам и говорил. Немного нервничают хозяева поля. И Андроненков совершил нетипичную для себя ошибку, не сумев отдать точную передачу.
Шадов. В акробатическом прыжке мяч из собственной штрафной выбивает. Лентьев. Играет с Рыбкиным, а у того из-под ноги бесшумно мяч вывел Антон Афонин. Ну и сразу же футбольный снаряд хозяева сопернику подарили. И будет аут. А вот на половине поля APC, но вводят его как раз-таки красно-черный. Лентьев. Точно головой скидывает. Направо. Волков. А здесь не было нарушения правила, считает главный арбитр встречи. Возможно, по ногам Милентьеву и досталось. Отличная передача от Афонина. Гнездилов бьет с левой ноги. И защитник этот удар блокирует. Будет угловой. И вот вновь начинается у нас середина тайма. И вновь Карбланш словно начинает верить в себя. И заставляет APC защищаться. Защищаться, конечно же, не ежесекунда, но свои атаки бело-черные проводят. И фантастический гол Антона Афонина. На 41-й минуте этот мяч забит. Счет становится 2-4. Афонин оформляет дубль. Почти наверняка. Это взятие ворот поборется за то, чтобы попасть в хит-парад нашей традиционной рубрики передачи на бровке. Ну, по крайней мере, все предпосылки у Афонина для этого есть. А с другой точки, если посмотреть, то, безусловно, мы не знаем, какие еще голы будут забиты в этот игровой уикенд. Вот, например, сразу после окончания этой трансляции вашему вниманию будет представлен топ-матч высшего дивизиона, в котором сразятся «Терминатор» и «Водный стадион». Два коллектива, еще не проигрывавших в нынешнем сезоне, но об этом подробнее расскажет мой коллега Кирилл Разумовский. А пока давайте все внимание отрядим футболу второго дивизиона. Тем более, что здесь действительно есть на что посмотреть. И Карбланш вновь возвращается в игру. Безусловно, проигрывая в три мяча, APC соперника задавил, естественно, проигрывал Карбланш, а не APC. Но вот такие себе вольности красно-черные позволяют из матча в матч. И К2 дважды поразил ворота электроников и ФК МБ с Галактика с по разу голкипером красно-черных огорчали. Да и вообще, как я уже говорил, в среднем коллектив Александра Зайчкина пропускает чуть больше полутора мячей за игру. Еще один дальний выстрел за предел штрафной состоялся. Получился он неточным. И Просянников начинает новую атаку своей команды. Начинает простым выносом, но не сумел мяч перелететь Гагик Петросян. Рыбкин. Шляков. Мы перешили все в одно касание. Все очень красиво. И отличный гол Глеба Волкова. Супер взятие ворот. Вот такой ответ удается красно-черным. Отличное взятие ворот было у Антона Афонина после дальнего выстрела. А вот APC ответил командными действиями спустя всего 2 минуты. И если уж гол Афонина поборется за хит-парад, за место в хит-параде, то вот это взятие ворота за счет командных действий в первую очередь, конечно же, также будет одним из претендентов за место под солнцем. Афонин. Гнездилов. Очередной диагональный перевод и вновь неточно. Перешвили. Увидел свободную зону. Именно туда Волкова и отправил. Прострельная передача. И Гнездилов исправляется за свою ошибку, выбивая мяч из собственной штрафной. Почти экватор у нас второй половины. Чуть больше 15 минут остается командам провести на поле. Матч действительно получается крайне интересным.
Опять-таки повторю я свою мысль, что не ожидал я особой борьбы, особенно с учетом тех проблем, с которыми Карбланш столкнулся перед этим поединком. Но вот, видимо, вот эти самые нюансы, эти самые кадровые проблемы и сыграли с Карбланшем как раз-таки не злую шутку, а наоборот добрую роль. Ну а тут APC очередную отлично атаку проводят, бьет Мелентьев практически с 5 метров, но попадает в защитника. Шадав. Играет надежно. Чекан. Афонин. Вот так вот. Всю свою историю играл Карбланш, а вот эти вот диагональные переводы нужны именно в таких ситуациях, когда нужно мяч доставить в чужую штрафную. Но вновь у Гнездилова точной передачи не получилось. Берешвили. Вставлял мяч пяткой и в итоге сопернику футбольный снаряд подарил, а Андроненков затянул с передачей. И очередная потеря. Очередная потеря, которая выливается в еще один супер момент. И мяч все-таки оказывается в сетке. Дмитрий Рыбкин на 46-й минуте увеличивает разрыв в счете. И вот как раз-таки этот гол абсолютно точно будет на совести Игоря Андроненкова. Именно он потерял футбольный снаряд в районе центрального круга. И именно после этой потери красно-черным, а именно Дмитрию Рыбкину, удалось отправить футбольный снаряд в ворот. 2-6. Вновь растет разрыв, вновь увеличивается преимущество APC. И, наверное, уже сейчас в конечном исходе поединка не сомневается никто. Тем более, что у одного из защитников Карбланша, у Александра Мальцева, есть проблемы со здоровьем. Показывал он уже, что по-хорошему нужна ему замена. Вот только этой самой замены у Карбланша нет. Гнездилов. Точная передача на Афонина. Отличный перевод на Андроненкова. Только чуть-чуть сильно получилось. Тем не менее, Игорь успел мяч оставить в игре. Афонин. Славьев. Мальцев. Снова Афонин. Неплохо комбинирует в центре поля бело-черные. А вот вновь, как только дело дошло до длинной передачи, тут сразу же и возникает потеря. Петросян. Шадов тут здорово отборолся в районе центрального круга. Мяч вроде бы у Игната Ясева отобрал. Но тем временем у нас очередные замены у красно-черных произошли. Вернулся на газон Иван Тетерин. На этот раз 20-й номер как раз-таки на острие атаки оказывается. На своей родной позиции. Также вот появился на поле Игнат Ясев. Ну а главные действующие лица все те же. Глеб Волков. Это Ахтанг Меперешвили. Ну а гол соорудили у нас два игрока, только-только появившихся на газоне. И вот как раз-таки с передачи Ивана Тетерина. Седьмой мяч в сетку ворот Дениса Просянникова и влетел. Игнат Ясев также вписал свою фамилию в протокол встречи. Ну а теперь, наверное, нужно Карбланшу не рассыпаться на последние 10 минут, не позволить сопернику
довести дело до двухзначного разгрома. С тем темпом, которым взяли подопечные Александра Зайчкина, это вполне возможно в сложившихся обстоятельствах. Драненков. Вновь неточная передача. Волков спокойно мяч перехватил. Лепкен играет налево. Волков заброс в штрафную, и здесь Поросянников играет надежно. Снова потеря. Снова с мячом Волков. Рыбкин убирает мяч под левую, бить не стал, возможно, ища более удобной позиции для выстрела. Вазичекан здорово отборолся в собственной штрафной. Да, был риск, что называется, привести пенальти, но отбор получился чисто. Андроненков ждет подключения Афонина, бросает в прорыв 88 номера, но тот уже из штрафной, по сути, вышел, и поэтому непосредственно угрожать воротам не мог, а защитник на хитрый обыгрыш не поддался. Головой зарабатывает Иван Тетерин. К угловому флажку отправляется Ясев. Именно он и будет выполнять подачу от углового флажка. Возможно, правда, и хитрый розыгрыш пойдет действительно низом. Следовала передача. Еще один выстрел, и вновь надежен Поросянников. На самом деле, несмотря на 7 пропущенных мячей, наверное, каких-то серьезных претензий к Денису предъявить нельзя. Спасал свою команду он не раз и не два. Ну а то, что защитники не успевают за быстрыми перемещениями APC, но тут уже, наверное, претензии не к вратарю однозначно. Таким образом, уже, наверное, никто не сомневается. APC набирает 24 очка в чемпионате. И, наверное, уже сейчас тренерский штаб может держать в уме завтрашнюю встречу с Энергомашем. Может как раз-таки именно по этим причинам дать передохнуть нескольким своим лидерам. К слову, раз мы заговорили о Кубке Севера, то Карбланш также сумел пробиться в следующую стадию Кубка, в 1/64 финала. Там коллектив Валентина Журова сразится с хорошо знакомой им Пандорой. Но а APC на самом-то деле проводит еще встречу третьего раунда. По понятным причинам, ввиду огромного количества команд вторых и третьих дивизионов, игры Кубка были разбиты на несколько игровых уикендов. И вот именно поэтому кто-то уже через полторы недели будет играть 1/64 кубка, то есть четвертый раунд, а вот APC лишь завтра сыграет в третьем раунде этого соревнования. Также, наверное, стоит отметить, что и Карбланш, и APC продолжают свое выступление в рамках Кубка первой лиги. Это турнир, созданный для команд первого и вторых дивизионов, турнир с денежным призовым фондом. И Карбланш и APC вполне возможно еще встретятся между собой в нынешнем сезоне в третий раз, если как раз-таки жребий, слепой жребий, сведет их между собой. Пока результатов жеребьевки на сайте LFL нет. Соловьев здорово играет на перехвате. Вот, возможно, получится атака у бело-черных. Но это абсолютно точно не день Игоря Андроненкова. Раз за разом мячи он своему сопернику дарит. Как минимум
трижды он запорол отличные перспективные контратаки, даже в численном большинстве. Ну и действительно, в нынешнем сезоне, даже несмотря на то, что он является лучшим голеадором Карбланша после 7 проведенных встреч, на счету 69-го номера 4 забитых мяча, по сравнению с прошлым годом, когда Андроненков даже становился лучшим игроком месяца во всем дивизионе, эти цифры ни в какое сравнение не идут. Тетерин играет направо. Туршляков уже в штрафной. Ответная передача на Тетерина. Пробивал в одно касание Иван. Но здесь Мальцев выстрел заблокировал. Тем не менее, атака продолжается. Чуть больше 5 минут у нас остается до конца этой встречи. И голкипер играет на выходе здесь. Афонин. Один в один. Он остается с Глебом Волковым. Но, безусловно, тяжело Антону будет в этой ситуации навязать борьбу сильному по антропометрическим данным защитнику. И неудивительно, что мяч в итоге дошел до Лебединского. Терен. Неточная передача. Здесь Андроненков сыграл в отборе, а затем никто из трех футболистов в белой форме не сумел разобраться, кому же по этому мячу играть. Нужно дотерпеть последние минуты встречи, затем настраиваться на следующие поединки Карбланшу. К тому же, совсем скоро, в следующем туре бело-черному встречаться с одним из аутсайдеров дивизиона, с футбольным клубом Vent Informa. Напомню, что эта команда на данный момент имеет в своем активе лишь 3 набранных очка, которые футболисты заработали на прошлой неделе, обыграв футбольный клуб МБ. И поэтому в этой встрече, безусловно, фаворитом будет как раз-таки Карбланш. И вот в матчах против таких команд, против коллективов нижней части таблицы, наверное, бело-черным и нужно показывать свой максимум, набирать очки, показывая, опять-таки, 100% результат. И тогда, возможно, ни о каких стыковых играх думать не придется. Цельный сезон будет выполнен. После окончания этого противостояния стоит лишь только констатировать тот факт, что сегодняшний Карбланш APC не равня. Да, многие говорят, что по подбору исполнителей красно-черные являются командой высшего дивизиона. Ну, это уже, наверное, самые такие преданные болельщики APC, но практически все как один сходятся во мнении, что как минимум первая лига, в первой лиге как минимум этому коллективу будет достаточно комфортно выступать. Что ж, судя по тому, какой темп красно-черному удался в начале сезона, скорее всего, спустя год мы будем лицезреть команду APC в турнире рангом выше. И вот тогда уже, наверное, и будем делать какие-то выводы касательно того, высшего ли дивизиона уровня эта команда или нет. Штрафной. Помогали себе защитники Карбланша руками. И Алексей Крылов оказался на газоне. Быстро красно-черный мяч разыграли. Отличный выстрел Сергея Трушлякова со своей излюбленной правой ноги. Счет становится 2-8. Помните, в середине тайма я говорил вам о том, что встреча Карбланша и APC чуть более интересной выглядит, чем противостояние недельной давности энергетиков в СКА-2. Вот на 58-й минуте счет стал ровно таким же. Так что, с точки зрения статистики, наверное, разницы нет никакой. Андроненков. Есть у него возможность забить так называемый гол престижа. И все-таки мяч в сетке ворот оказывается. 3-8. Нет, повторение прошлонедельного результата не состоится. Но я думаю, что сам Игорь прекрасно понимает, что вот этот гол
может быть, максимум, как ложка меда в бочке дегтя, вот именно в таком расположении. А потому излишней радости на лице Андроненкова мы с вами не наблюдали. Тем не менее, от разгромного поражения, безусловно, это карбланш не убережет. В то, что за оставшуюся минуту бело-черный сумеет трижды поразить ворот соперника. Поверить практически невозможно, тем более, что и PC про свои атаки не забывают. Вот буквально полминуты остается у нас до завершения матча. Возможно, одну из последних атак карбланша в этом противостоянии проводят. Афонин вновь бьет с дальней дистанции. На этот раз не так точно, как удалось ему на 10-й минуте второго тайма. А Трушляков рвется к чужим владениям. Но здесь Александр Шадов своими длинными ногами останавливает прорыв полузащитника. И на этом все. Дает главный арбитр встречи свисток об окончании этого увлекательнейшего противостояния. Я с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Вас призываю никуда не уходить, потому что сейчас будет настоящий топ-матч. Водный стадион «Терминатор» на канале «Спортеру».